что вы, Соединенные Штаты, сами попадете в этот дефолт и сами себя накажете больше, чем мы вас накажем. Не слушайте эту Америку. Они только брешут. Вот сами они в дефолт и попадут. Победа будет за нами. Конечно. Все будет хорошо. Доллар он никому не нужен. Надо от него быстрее избавляться и перейти на рублевую систему. Мы идем к этому. И пусть Америка остается в дефолте. Сама себе срыла эту яму. Так, мы не нуждаемся ихним долларами, а мы сами справимся со своим рублем, и все будет у нас хорошо. Мы, отряды Путина, предупреждаем весь мир, не покупайте эти доллары, они нам абсолютно не нужны. Мы будем только своим рублем пользоваться. Мы признаем только наш российский рубль. Остальная валюта нам не нужна. Самая надежная валюта. Валюта – это наши рубли. Да. Предупреждаем весь мир, что не нужно скупать доллары и пользоваться. Нужно пользоваться нашим русским рублем, который, с которым мы живем и будем, и надеемся, что будем дальше жить счастливо. Так что берегите Соединенные Штаты. Мы вас накажем рублем.